Доброе утро, друзья! Вы смотрите программу «Кайрлытан» на телеканале БЛМ. Женя Мадиниет. С вами в студии Анна Рзаева. И Азамат Ашимов. Сегодня пятница, 30 января, конец рабочей недели. А вас ожидает много интересной информации на научные и культурные темы, экскурс в прошлое и взгляды на будущее. Оставайтесь с нами, «Кайрлытан». И в ближайшие 30 минут мы займем первые места на мюзикле «Шербургские зонтики». Познакомимся с древним и значимым сокровищем искусств. Решим, какие смотреть фильмы вместе с Дмитрием Мостовым. Освежим кругозор зарубежными новостями науки и культуры. И встретимся в студии с нашим утренним гостем. Это талантливый певец Тимур Алдаберген. Не переключайтесь. А сейчас, друзья, давайте вспомним имена деятелей науки и культуры, чей день рождения пришелся на 30 января. В 1721 году родился Бернардо Беллаотто, итальянский живописец, представитель венецианской школы, мастер городского пейзажа. Наиболее известные произведения – реалистичные виды центральноевропейских городов, прежде всего Дрездена, Вены и Варшавы. В 1900 году родился Исаак Дунаевский, советский композитор, автор 13 оперетт и балетов, музыки к нескольким десяткам кинофильмов, множество популярных советских песен, удостоен звания народный артист РСФСР. В 1923 году Леонид Гайдай, советский кинорежиссер, сценарист, выдающийся комедиограф, актер, народный артист СССР. Эксцентрическая комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» в 1995 году была признана лучшей отечественной комедией за 100 лет. В 1928 году на свет появилась Рут Браун, королева-мать американского блюза, актриса. Прославилась в 1950-х годах своими хитами «So Long», «Teardrops from My Eyes» и «He Treats You, Daughter Mean». Из-за большой популярности Браун, студия, на которой она записывалась, даже получила прозвище «Дом, который построила Рут», обладательница многочисленных музыкальных премий. В 1974 году родился Кристиан Чарльз Филипп Бейл, британский киноактер, родом из Уэльса, получивший в 2010 году американское гражданство. Широко известен как исполнитель роли Бэтмена в одноименной культовой трилогии Кристофера Нолана. Анара, знаешь, что ты большая поклонница мюзиклов, это правда? Да, Замат, так оно и есть. Впервые я попала на мюзикл «Мама Мия» в Лондоне около 10 лет назад и с тех пор влюблена в этот жанр. А что именно тебя привлекает-то? То, что в таких произведениях представлено сразу несколько направлений. Музыка, пение, танцы, сценическая драматургия. А ведь есть еще и декорации, и костюмы, которые также прибавляют эстетической красоты. Ну, раз тебе так нравятся мюзиклы, ты наверняка знаешь, что изначально они зарождались как музыкальные комедии. Верно. Это было своего рода легкое развлекательное представление, где основную роль играл не сюжет, а популярные вокальные номера в исполнении кумиров публики. Но со временем у жанра появилась новая краска. Темы стали серьезнее, постановки сложнее. И сегодня мюзиклы считаются одними из самых значимых и красивых музыкально-сценических произведений. В продолжении темы наш следующий сюжет. «Шербургские зонтики» – мелодрама французского режиссера Жака Деми, одно из самых сентиментальных произведений в жанре мюзикла, известно и любимо многими поколениями людей. Искренняя, яркая, трагичная история любви покорила сердца не только простых зрителей, но и высоких экспертов, сраженных актуальностью темы и музыкальным новшеством картины. Она получила «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале в 1964 году и 5 номинаций на «Оскар» в 1965 году как «Лучший фильм на иностранном языке» и в 1966 году в номинациях «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший саундтрек», «Лучшая музыкальная адаптация» и, конечно же, «Лучшая песня». Я люблю тебя, Ги. Не покидай меня. По сюжету это типичная мелодрама, но она была решена исключительно музыкальными средствами. Такого еще не было в кино. Все персонажи пели от начала и до конца фильма. Даже банальные бытовые разговоры были представлены в форме речитатива. Проникновенная музыка композитора Мишеля Леграна гармонично укладывается в каждый эпизод фильма.
По воспоминаниям режиссера Деми, Легран часто звонил к нему домой по телефону, чтобы наиграть новую мелодию, и говорил: «А вот это для третьего носового платка», иронизируя над сентиментальностью собственного сочинения. Неудивительно, что к концу фильма так оно и случилось. На премьере в Париже невозможно было сдержать слезы. Как я люблю. Клиент, пора бежать. Увидимся мы в 8 у входа в театр. После завершения работы над музыкой следующим важным этапом был выбор исполнителей для озвучивания. Да, главные герои фильма Катрин Денёв и Нино Кастельнуво поют голосами профессиональных вокалистов Даниэль Лакари и Жозе Бартеля. Для того, чтобы добиться мимического сходства, актеры репетировали каждую сцену перед зеркалом под магнитофонную запись. В Советском Союзе фильм появился в 1965 году, через год после премьеры во Франции, и сразу же сделался одним из самых популярных фильмов 60-х. С тех пор этот выдающийся фильм «Новой волны» превратился в легенду, связанную для многих с именем композитора Леграна, образом молодой актрисы Катрин Денёв и песней «Я буду ждать тебя», ставшей абсолютным шлягером. Азамат, ты когда-нибудь думал над тем, что движет коллекционерами? Почему они готовы тратить огромные деньги на порой непонятные вещи? С одной стороны, это, безусловно, хобби, но есть и другая причина. Психологи утверждают, что приобретение уникальных и ценных вещей повышает чувство собственной значимости. Я понимаю, когда речь идет о живописи, скульптурах, книгах. Но, к примеру, недавно на аукционе Эжер в американском Бостоне было продано письмо одной из пассажирок «Титаника». Стоимость лота составила почти 12 тысяч долларов. Интересно содержание письма. Леди Дав Гордон и ее муж спаслись на шлюпке, которая была рассчитана на 40 человек, но на борт взяли лишь 12. Супругов обвинили в том, что они подкупили экипаж и покинули терпящее бедствие судно, не дождавшись остальных. Чита Гордон обвинение опровергла. Тем не менее, СМИ окрестили шлюпку денежной лодкой. И в письме Люсиль жаловалась другу на то, что общество их не понимает. Интересная история, но вот насколько ценен такой лот, я не знаю. Зато есть человек, который прекрасно ориентируется в сокровищах искусств. Передаем слово нашему эксперту Галие Нурахуновой. Галия, здравствуйте. Доброе утро. Сегодня в рубрике «Сокровища искусств» рассказ об уникальной книге. Она стала основой нашей культуры. С ней связано множество тайн, легенд и загадок. Знаменитый труд Махмуда Аль-Кашгари «Диуани Лугат ат-Тюрк». Словарь тюркских наречий был составлен Махмудом Аль-Кашгари в 1072-74 годах. В нем представлены основные жанры тюркоязычного фольклора – обрядовые лирические песни, отрывки героического эпоса, исторические предания и легенды, например, о походе Александра Македонского, пословицы, поговорки и устные изречения. В 1075 году Махмуд преподносит словарь тюркских наречий в дар багдадскому халифу Аль-Муктади. Что он сам говорил, Махмуд Кашгарский? Каждое слово я поставил на надлежащее место, чтобы стремящийся к знаниям нашел его на своем месте, чтобы ищущий обрел его в своем ряду. Эту книгу я разделил на 8 глав. Каждую главу разделил на 2 части. Имя и глагол. Каждую часть речи в соответствии с их порядком поделил на разделы. Чтобы каждый мог легко понять, я использовал термины, принятые в арабском языке. Почему Махмуд Кашгари? Потому что он не родился в Кашгаре, а он жил в Кашгаре. А когда-то город Кашгар сами тюрки называли своей столицей, потому что в нем было сосредоточено образование, ценилось искусство, ценилась филология, ценилась лексика. Диуани Лугат ат-Тюрк – единственный памятник тюркской диалектологии раннего периода. Он содержит также тексты устно-поэтического творчества тюркских племен и народов Средней Азии, Восточного Туркестана, Поволжья, Приуралья. Труд Махмуда Кашгари, написанный с применением научных методов арабской филологии, имеет исключительную ценность для языковедов, фольклористов и литературоведов. И так получилось, что вот к XI веку, то есть к тому периоду, когда жил Махмуд Аль-Кашгари, тюрки, объединившись, держали под контролем огромную территорию, в которой жили и византийцы, и арабы, и иранцы, и так далее.
И вот в этот момент Махмуд Аль-Каш решил, что это наступил период, наступила эпоха огромного человеческого интереса всех мусульман к тюркскому языку тоже. Многие древние тексты приходят к нам благодаря случайностям. Их история изобилует загадками. Порой вокруг них вырастают целые легенды. Единственная и древнейшая копия рукописи, датированная 1 августа 1226 года, хранится в Национальной библиотеке Стамбула. Впервые рукопись Диуани на базаре приобрел турецкий ученый Али Амири. Ну вот существует рассказ о том, что эта рукопись была собственностью бедной женщины, которая хотела получить за нее 30 золотых монет. Но это была очень большая сумма, и Аль-Амири пришлось долго торговаться и собирать буквально по одной монете у каждого из своих друзей с тем, чтобы выкупить ее. И плюс еще он даже нашел еще 3 монеты для того, чтобы отблагодарить торговца, который долго держал эту рукопись и не продавал ее ценно для того, чтобы Аль-Амири мог воспользоваться. Естественно, первый перевод был осуществлен на турецкий язык. Затем были переводы на разные другие языки. Махмуд Аль-Кашгари – человек огромных для своего времени эрудиции и таланта, создал уникальный, не имеющий аналогов словарь, ставший одним из ценнейших памятников культуры и истории тюркских народов. Ученые-тюркологи считают это произведение первым, на 7 веков опередившим свое время сравнительно историческим исследованием. Благодаря труду Махмуда Аль-Кашгари мы можем по праву гордиться своими предками и уважать их культурное наследие. С вами была рубрика «Сокровища искусств». Хорошего дня. Галия, спасибо. Мы, как всегда, узнали что-то новое и интересное. Ну, а мы, друзья, продолжаем эфир. Не переключайтесь. А теперь кулинарные новости из Китая. Владельцы ресторана в провинции Хунань нашли способ привлечь посетителей. Самый красивый клиент в ресторане получает свой завтрак, обед или ужин бесплатно. Схема отбора да нельзя простая. Гостям предлагается сфотографироваться перед трапезой при помощи специального автомата. Затем, пока гость делает заказ и обедает, профессиональный пластический хирург анализирует внешность всех гостей и выбирает самое привлекательное лицо. При этом каждые полчаса отбирается один победитель, который может не платить за еду. Выиграть может как мужчина, так и женщина. Интересно, Азамат, если бы мы с тобой пошли вдвоем в этот ресторан, кто бы пообедал бесплатно? Ну, давай обсудим. Друзья, а вы узнаете, что нового в мире произошло культуры и науки за рубежом? Сотрудники берлинского зоопарка показали журналистам детеныша сибирского тигра, родившегося месяц назад. Это девочка. И назвали ее Алиша. Поскольку у матери тигрицы нет молока, сотрудники зоопарка приняли решение забрать ее у родителей и скармливать самостоятельно. По словам смотрителей, малышка была очень слаба и имела недостаток веса. Но после того, как ее начали отпаивать молоком из бутылки, она быстро поправилась и весит уже более 5 килограммов. Сейчас Алиша чувствует себя хорошо. Она активна и с интересом обследует окружающий мир. Однако посетители зоопарка увидят ее не скоро. Еще 2-3 недели смотрители будут внимательно следить за состоянием тигренка. А здесь, в парке, слышится рев бензопилы. И не одной. Скульпторы из разных уголков России приступили к созданию ледяных изваяний по мотивам произведений классической русской литературы. На площадке «Планета ЛЭД» мастера из Москвы, Пензы, Красноярска и других городов соревнуются в искусстве вырезать фигуры из прозрачных глыб. Каждый участник конкурса получает 15 ледяных блоков общим весом примерно 1,5 тонны. Несмотря на необходимость состязаться друг с другом, некоторые скульпторы работают скорее в свое удовольствие, чем ради победы. Огромное количество работы, связанной с зарабатыванием денег, да. А здесь вот можно за 2 дня что-то показать творческое, вот именно свое какое-то мироощущение. Это не заказные работы, там. В общем, можно чем-то поделиться. Поэтому, собственно говоря, я и участвую. Увидеть творение мастеров ледяного искусства посетители парка в Сокольниках могут до начала марта, если, конечно, позволит погода. Здравствуйте, друзья! Вы смотрите программу «Кайрлытан». Пришло время представить вам нашего утреннего гостя. Это талантливый казахстанский певец, исполнитель жанра классический кроссовер Тимур Алдаберген. Тимур, здравствуй. Ну, традиционный вопрос, с чего начинается твое утро? Ну, утро у меня начинается с чашечки кофе.
Вот. Я обожаю этот напиток, то есть, потому что он дает мне бодрость духа. Ты обладатель просто удивительного баритона, да, то есть такого красивого голоса. Расскажи, а в каком возрасте проявился талант? Проявился он неожиданно, в 19 лет. Я был под впечатлением одного певца, который меня вдохновил. И я рад, что вот запел, потому что петь очень полезно, даже для души, и вообще советую всем петь. Вот. Ученые доказали, что петь и тоже реально полезно. Вот. Она как бы для нервной системы и для души, вот, повторюсь. То есть ты в детстве не предполагал, что свяжешь свою жизнь с пением, да? Ты Нет. мечтал стать... Актером. Актером? Да. Ну, вот как-то вот не задалось. Ну, все, впереди, я думаю... Браво, здорово. Мне прям захотелось, чтобы Азамат меня сейчас на танец пригласил, просто от него не дождешься. Обязательно пригласим. Ну, Тимур, классические композиции – это твой конек, а что тебе еще нравится вот из музыки? Попса, рок, рок, ритм и блюз, пауэр метал, рок мне нравится. Вот. Серьезно? Да, это такое. Power Metal. Угу. А вот кто именно из исполнителей? Например, Nightwish, потом Powerwolf, ну, много-много, Therion и так далее. То есть это такое странное, знаешь, такие странные предпочтения, да, такая классика, да, и такой дон-дон, что-то очень такой большой контраст получается. Ну, это академический рок получается, своего рода. Там академические певцы поют под стиль рока, то есть. Очень занятно. А вот честно скажи, ты когда вот по дому ходишь, не знаю, там, может, готовишь что-то, ты напеваешь себе какие-то композиции? Да, обязательно. То есть музыка, песня, она всегда с тобой? Да, всегда по жизни. Класс. Ведет. А сейчас, друзья, давайте узнаем, какие фильмы рекомендуют к просмотру в выходные наш эксперт. Передаем слово кинокритику Дмитрию Мостовому. Доброе утро! Мы продолжаем каждую неделю говорить о новинках проката и главных фильмах, которые вы можете посмотреть в кинотеатрах. Как обычно, в нашей подборке три картины. Первая из них – долгожданное завершение кинотрилогии казахстанского режиссера и сценариста Ермека Турсунова. Фильм «Кенже», чья премьера неоднократно переносилась, должен в ближайший уикенд попасть в кинотеатры. Работа над картиной шла долго. В перерыве Турсунов даже успел снять комедию «Кемпер» и выпустить ее в прокат. Но теперь зрители, наконец, должны увидеть ленту, которую режиссер называет последней частью трилогии, начатой фильмами «Келин» и «Шал». Причем на этот раз Турсунов обещает не только пищу для ума, но и зрелище для глаз. Ведь «Кенже» — это драма с элементами боевика, а съемки, помимо Казахстана, проходили в Испании и Таиланде. Будет интересно посмотреть и на новое творение мастера экшена и драматических боевиков, в частности, Майкла Мана. Подключился к сети. Ты мой. Я могу выследить любого, когда угодно и где угодно. Он переводит деньги. Автор «Схватки», соучастника и Джонни Д. выпускает картину «Кибер», в которой Ман впервые обращается к теме информационной безопасности и киберпреступлений. Киберпреступник, взорвавший реактор в Чайване. Другой информации нет. Этот человек играет по-крупному, жалость ему не свойственна. Не стоит преувеличивать. Главную роль осужденного хакера, которого спецслужбы рекрутируют на поимку гораздо более опасного преступника, исполнил Крис Хемсворт. Теперь ты уязвим. И еще один фильм недели – рискованная драма «Охотник на лис». Рискованная, потому что в главных ролях режиссер Беннет Миллер снял актеров, которых зрители привыкли видеть в развлекательном кино. Это Стив Кэрролл, Ченнинг Татум и Марк Руффало. Это все. Все, о чем мы мечтали. Обещаю. Я сделаю все, что в моих силах. Я всю свою жизнь искал отца и нашел его. Это Джо Дюпон. В основе рассказанной в фильме истории – реальные события. Миллионер Джон Дюпон, его играет Кэрролл, решает организовать в своем поместье базу для подготовки сборной США по борьбе к Олимпийским играм 1988 года в Сеуле. Одна из главных звезд той команды – Марк Шульц, а тренер – его брат Дэйв Шульц. Поначалу братья с благодарностью принимают помощь Дюпона, но потом понимают, что миллионер не так прост и добр, как кажется на первый взгляд. Тренер – это отец. Тренер – это учитель. Тренер – Бог. Он повелевает жизнью спортсмена.
На этом все. До встречи через неделю. Смотрите кино. И снова доброе утро, друзья. Это программа «Кайырлы таң». А у нас в гостях талантливый казахстанский певец, исполнитель жанра классический кроссовер Тимур Алдаберген. Тимур, сейчас на дворе зима, и ты, как певец, наверняка знаешь способы не заболеть. Ну да, я одеваюсь потеплее, наматываю шарф. Вот. Ну, как все обычные люди, то есть слежу за здоровьем. Только недавно приболел, вот, не уследил. Тимур, ну, знаешь, в интернете тебя уже прозвали и не раз включали в список самых завидных женихов Казахстана. Что скажешь по этому поводу? Считаешь ли ты себя таковым? Не, я когда прочитал, был сам в шоке. Для меня это было новостью вообще. Вот, и как-то... Я как-то, не знаю, неожиданный вопрос, да, правда. То есть ты себя завидным женихом не считаешь? Ну, я думаю, той, которой понравлюсь, то есть сведет меня судьба, то есть я как-то сейчас не ставлю это на первую планку, то есть в первую очередь. Сейчас есть некоторые другие у меня заботы. Приоритеты. Да, приоритеты. Ну, скажи тогда, пожалуйста, какая она, вот, девушка твоей мечты, какая она должна быть? Да любая. Да лукавит. Лукавит. Я читала его интервью. Тимуру нужно, короче, чтобы у него были длинные волосы и красивые глаза. А, ну глаза, да, это же это зеркало души. Глаза. И длинные волосы. А, это как богатство девушки. Вот. А чем она должна заниматься, ее деятельность? Она должна также петь или... Да нет, не обязательно. Главное, чтобы была грамотной. Ну сейчас просто по твоему описанию человек. Подходит две трети, понимаешь, девушек страны. Это прекрасно, я любвеобильный человек. Тимур, ну ты сказала о своих приоритетах сейчас, о других планах, а на год грядущий поделись, да, все-таки. Какие цели сейчас перед собой ставишь? Ну, сейчас готовлюсь к конкурсам, потому что хочу еще свою планку качества возвышать и так далее. Вот, потихонечку, вот, конкурсы вот у меня пока приоритеты. Подготовка к серьезным конкурсам академическим. А скажи, пожалуйста, вот, допустим, спортсмены, они тренируются, допустим, каждый день и... 40 минут, час у них на это время уходит. Как готовятся оперные певцы? Сколько у тебя времени уходит на подготовку? Ну, Тимур не оперный певец. Да, я академический. Да. Академический. Ну, все же, да, где-то 3-4 часа, потому что связки, так же, как и мышцы у спортсменов, требуют всегда, чтобы они были в тонусе. Держать надо в тонусе. Где-то 3-4 часа каждый день. Ну, а что ты делаешь 3-4 часа? Проспевки, каждый день поешь или... Проспевки. Проспевки. Пою. Вот. И, конечно же, это психологический фактор. Надо следить за своими мыслями, потому что надо быть оптимистичным человеком, потому что без этого ты ничего не добьешься в жизни. Творческая судьба, она очень такая, на двух концах бывает. Ну, то есть нужно полную гармонию как бы внутреннюю соблюдать, то есть, и только в таком... Даже смысле. Порой через силу надо во всем хорошее искать. То есть, бывает, когда ты хорошо выступишь, а тебя вот не записали, а бывает, ты вот как-то вот неважно, вот ты не, вот не в тонусе был выступил, а тебя бац, записали везде. Ну, совет актуален, на самом деле, не только для певцов. Ну, все же надо как-то верить, что будет все хорошо и так далее, потому что обычно это все вознаграждается. Вдвойне, втройне, я вот по себе знаю, по моим друзьям и так далее. А вот ты говоришь про распевку. Ты можешь сейчас попробовать? Вот мы можем с тобой попробовать распеться? Это как? Только, ну, не сильно громко, мы не потянем. Давай вместе потренируемся. Ну, например, обычно «Миме мамому». Давай. Это все... Азамат первый. «Мимамо миму». Талантницу. Серьезно? Да. У нас есть шансы. А вот о том, что... У вас баритон, кстати. Серьезно? Серьезно? Да. А у моей соведущей? А ваша соведущая не будет раскрываться. Ваша соведущая очень-очень стесняется. Ну, Тимур, вот... Просто сейчас, да, вопрос такой возник. А не думал ли ты о том, чтобы впоследствии, может быть, преподавать вокал? И заниматься этим? Да, можно будет опыта набраться. Вот. Можно, потому что хорошо петь, но плохо преподавать. Вот. Так что надо как-то посмотреть. Ну, мне это интересно, по крайней мере. То есть это характеризует тебя, знаешь, как такого, ну, достаточно человека-перфекциониста. То есть ты сначала должен свою намеченную цель полностью реализовать себя, быть, подготовиться, да, к этому, а потом уже, возможно, перейти в другую, да, какую-то сферу. То есть преподавать начать. Очень интересно. Тимур, скажи, пожалуйста, у тебя есть мечта? Может быть, ты мечтаешь там петь на лучших сценах мира, или у тебя совершенно другая мечта, не связанная с пением? Не знаю, я хочу поселиться где-нибудь там, в Италии.
отдаленности от городов и так далее. Жить себе там, выращивать виноград, вино делать. И все это будет моя радость. Я знаю об одном творческом эксперименте, который Тимур как бы хотел провести. Он хотел спеть, то есть не с каким-то исполнителем, а под аккомпанемент инструмент, то есть именно скрипки. И я знаю, что у тебя такая возможность появилась, ведь ты вместе с нашей прекрасной коллегой Зарой Исиноман, записали... расскажи, что это было? Трек, я не знаю, песня, как хит? Мы записали песню «Япурай», народная песня. Вот, прекрасно исполнила партию скрипки Зара Исиноман. Вот, безмерно благодарен. Вот. Максим Кичигин, тоже вот ее супруг, прекрасный человек, тоже поддерживал, помогал, вот, сводил, то есть сделал аранжировку. Вот. Был очень интересный творческий процесс. Хотелось бы потом, конечно, еще раз пересечься с этими людьми, поработать и так далее, но это, наверное, скорее всего, в будущем. Обязательно будет. Вот такие, видишь, талантливые люди работают у нас и приходят к нам в гости. Да. Ну и напоследок, Тимур, твои утренние пожелания зрителям телеканала «Болем, женем, один нет». Скажу весьма лаконично. Хочу, чтобы ваша душа всегда пела. И доброе утро! Спасибо большое. Спасибо тебе, Тимур, что нашел время и пришел к нам в гости. Друзья, напоминаем, гостем программы «Кайырлы таң» был талантливый казахстанский певец, исполнитель классического жанра Тимур Алдаберген. На сегодня все. Спасибо, что были вместе с нами. Мы, Анар Рзаева и Азамат Ашимов, желаем вам отличного пятничного настроения и незабываемых выходных. С добрым утром, страна!